Очередной раунд переговоров по соглашению о взаимном признании виз Российской Федерации пройдет в Беларуси в ближайшее время, сообщили сегодня в МИД. Специалисты надеются, что он станет заключительным. Стороны заинтересованы в том, чтобы соглашение вступило в силу уже в первом квартале, чтобы успеть отработать систему накануне чемпионата мира по футболу, который пройдет летом у наших восточных соседей. Особое внимание и транзитному проезду иностранцев в Россию через Беларусь. Вопрос перемещения через границу накануне затронул президент. Он требует урегулирования на уровне соответствующих ведомств двух стран. В этом году мы будем достаточно интенсивно работать в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. Также на территории двух государств будет создана достаточно серьезная рабочая группа экспертов, которые будут обсуждать режим передвижения иностранных граждан на футбол и транзитный проезд к территории Республики Беларусь. Но в последующем с перспективой, конечно, это чемпионата мира по хоккею 2021 года на территории Беларуси. Если документ о взаимном признании виз вступит в силу, то обмен информацией о выданных и аннулированных визах будет проходить в режиме онлайн, то есть фактически создают единый банк данных. Ведомства Беларуси и России уже постоянно информируют друг друга о нарушениях режима безвизового пребывания в нашей стране, в том числе о пересечении белорусско-российской границы без разрешения. Всего таких случаев зарегистрировано почти 570, чаще проступки несерьезные и по незнанию. Цифра небольшая, учитывая, что около 80 тысяч туристов приехали в Беларусь по безвизовому режиму с момента его введения.